В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Что, сегодняшняя наша тема — устройство воротника. Я приготовил вам интересные материалы. Подготовил небольшой такой тренажерчик. И сейчас будем все это показывать и рассказывать. Вот у нас есть вот такой вот, такая выкройка, взята она из Библии, крючечка. Вот, здесь у нас наша задача — подготовить вот этот вот передний фартук. Вот, углубляться мы дальше не будем, потому что много и так работы вот с этим примыканием, с этим примыканием к левому. И вот здесь вот на нашей выкройке все эти линии обозначены. Ну, начнем, неважно с какой стороны, можно с левой. Начинаем смотреть. Здесь у нас имеется биссектриса, то есть нам надо будет ее найти. Здесь у нас идет линия гиба, и здесь идет линия гиба, то есть вертикальная и горизонтальная. Идет линия гиба еще горизонтальная, поперечная. То есть у нас три линии гиба с левой стороны и три линии гиба с правой стороны. Имеется биссектриса, нам надо будет найти слева-справа. Ну и сделать здесь вот внутреннюю складку. Внутреннюю складку. Вот здесь немножечко угол другой, поэтому выглядит немножко по-другому. Вот. И то же самое нам надо будет сделать с этой стороны. То есть у нас будет внутренняя складка. Вот так все это выглядит. И, соответственно, с правой стороны. Значит, откладываем мы. Вот сейчас мы измерим расстояние нашего фартука, ширину нашего фартука. Прибавлять должны не менее 150, но мы возьмем с вассерфальцем 200 мм, мы где-то вот здесь будем. То есть 150 плюс вассерфальц. Или по-русски это кромка гидробарьера. Вот, то есть наша задача сейчас померить расстояние, добавить с каждой стороны 50 миллиметров, с левой стороны и с правой стороны по 50 миллиметров. Ну и измерить, вообще смотреть наш размер, вот сколько мы хотим сюда добавить и сюда добавить. И еще добавить 25-30 миллиметров на гибку на карнизном свесе. Вот. Для этого нам понадобится измерительная рулетка, или просто рулетка. Вот так она выглядит. Можем померить. Так, наши 20 вот здесь. Еще нам надо добавить 40. Ну и полностью у нас заготовка будет. С запасом возьмем 44. Вот 44 у нас возьмем с запасом. 44. Получается 44. Запоминаем. Значит, так, у нас здесь 20. Получается 20. Если так, здесь у нас получается, мы возьмем 25, если что, подрежем. 20, 25, 45. 45 у нас длина картины будет. Ширина у нас 23.
половиной. 23. Измеряем сливу снизу сверху, вот сверху 23. 23,2. А снизу 23,2 тоже. Ну ровно. Вот. Два слова хочу сказать про рулетки. Так что получается, есть возможность. Ну, вот две рулетки, если сравнить, они по ширине разные. Да? Это у нас рулетка. Не знаю, сколько она там, 15 ширина миллиметров. А здесь у нас получается, мы часы померяем, где-то 27. Так вот, для крупных работ предпочтительно иметь широкую вот эту ленту, потому что в чем дело? Когда мы начинаем измерять, например, длину скрат или что, такие тоненькие, они быстро заламываются. Быстро заламываются. И нам даже 3 метра не измерить. А мы стоим на карнизном, вот здесь вот, на карнизном свете. Вот, на лестнице. Вот, и хотим измерить длину ската. Вот, максимум вот этой линии рулеткой можно измерить, ну, 2 метра. Вот. Хорошая линейка, все вот она. Green Code, да, подарочный. А это вот 27. Вот это можно и 5 метров спокойно измерить прямо стоя на лестнице и с карнизного света прямо измерять. Вот такое небольшое замечание.